Я начну свое выступление с того, что Армения постепенно выходит из затяжного процесса замедленного роста. Напомню, что в прошлом году, в 2016 году, у нас было зарегистрировано всего 0,2%, почти нулевой уровень. И по итогам вот этих 9 месяцев, официально не опубликованы эти данные, я вам скажу, что то, что я использовал, это редкая возможность использовать оперативные данные Национальной статистической службы. И есть прогнозы, сразу скажу, что хотя вот сегодня по этим данным за 9 месяцев у нас 5%, чуть больше 5% экономического роста. В бюджете, в государственном бюджете заложена цифра 3,2%. Я осмелюсь сказать, что Армения может иметь больший рост в пределах 4,5 до 5%. Это вполне реалистично. И чем это объясняется? Мой коллега уже говорил, профессор Тавадян, о том, что есть привилегии, есть определенные возможности, которые частично пока использует Армения. Но этот рост, на мой взгляд, обусловлен также и внутренними переменами, реформами, которые старается делать новое правительство с прошлого года, а также объясняется процессами, тенденциями в глобальной экономике, в мировой экономике, в региональной экономике, в частности, улучшением состояния экономики России, а также улучшением связи с Ираном после снятия большинства санкций с этой страны. Ну, о России я говорил, по большинству показателей, почти по всем показателям, наблюдается рост. Единственное исключение – это сфера строительства и сельского хозяйства. Здесь у нас спад более 6% в строительстве и около 10% в сельском хозяйстве. Но парадоксально, с одной стороны, на первый взгляд, с другой стороны, для меня это закономерно, что даже при этих условиях растет экспорт сельскохозяйственной, именно сельскохозяйственной продукции страны Евразийского экономического союза. И в частности, по этим странам имеются следующие данные. Например, экспорт стран ЕС за 8 месяцев до 9 месяцев, до сентября, вырос на 34,2%, а на рынок стран ЕС на 32,6%. Только по экспорту вина в Россию зарегистрирован рост на 68%. Причем этот показатель продолжает расти. Продолжая тему экспорта, я чуть поподробнее расскажу о тенденциях. И в целом величина экспорта Армении по итогам 2017 года может достичь 38% от ВВП, что очень хороший показатель. Только за первые месяцы этого года объем экспорта составил около 1,5 миллиарда долларов, что на 21-22% выше аналогичного показателя прошлого года. Рост экспорта позволяет говорить также о том, что по итогам 2017 года доля экспорта товаров и услуг может вырасти до 37 до 38% от ВВП, как я уже говорил. Хотелось бы говорить также о том, что быстрыми темпами растет внешнеторговый оборот Армении. За 9 месяцев этот показатель вырос на 21,7%. Причем рост экспорта товаров и услуг из Армении составил 19,1%, а импорт увеличился на 23,2%. При этом в структуре экспорта важное место занимает объем экспорта электроэнергии. Это традиционно растущая отрасль. И основные наши потребители — Грузия и Иран. Из Ирана мы также импортируем, зимой особенно. И
По итогам 9 месяцев увеличился экспорт электроэнергии почти на 10%, а само производство электроэнергии за 9 месяцев увеличился на 6,5%. Я хочу говорить о том, что увеличение экспорта связано обычно как со спросом, объясняется спросом со стороны промышленности, так и населения. Но поскольку в прошлом году и в этом году тоже наблюдается некий спад населения, то есть миграция играет свою роль, и нельзя говорить, что это за счет прироста населения увеличился спрос на электроэнергию. Остается думать, что этот спрос со стороны промышленности, то есть промышленность растет, и именно на этом фоне растет и экспорт. Ну, в первую очередь я бы сказал, что это объясняется вообще все эти положительные тенденции либерализации внутрирегиональной торговли, внутри Евразийского экономического союза. Так, я хочу сэкономить время и, не вдаваясь в подробности, говорить о том, что по другим показателям тоже у нас есть определенные улучшения. Индекс цен производителей промышленной продукции вырос почти на 4%. Несмотря на это, надо признаться, что по некоторым видам товаров первой необходимости наблюдается двузначный рост, особенно в последние 2 месяца, особенно по части мяса, сливочного масла и так далее. Растет также потребление. Чем это обусловлено? Это нельзя сказать, что это обусловлено ростом доходов населения, потому что там рост доходов составил за 9 месяцев 2,6% всего. Как вы знаете, подушками безопасности являются трансферты, частные трансферты. Они увеличились на 19,3% только за 9 месяцев этого года и имеют тенденцию к росту. Я бы хотел остановиться на роли России, и в целом значительное оживление роста экономики России оказывает благотворное влияние на экономику Армении. Речь идет не только о трансфертах, но и о возможностях увеличения инвестиций, и как результат увеличения рабочих мест. И о росте доходов населения тоже. Эти возможности могут быть умножены при эффективной реализации командных конкурентных преимуществ стран Евразийского экономического союза. Конечно, не все развивается так, как хотелось, но я бы отметил то, что несмотря на то, что Армения уже 2 года является членом Евразийского экономического союза, однако до сих пор данное решение в стране также подвергается критике. Некоторые считают, что участие в евразийской интеграции не дало Армении ничего. Другие считают, что наоборот, Армения неполноценно использует имеющийся потенциал, в связи с чем и результаты членства не столь очевидны. Очевидно, членство Армении в ЕАЭС нужно считать возможностью, которую необходимо использовать. Преференции не только нужно иметь, но и полноценно и грамотно использовать. А для налаживания совместной кооперации бизнес должен общаться на различных площадках и в различных форматах, в том числе иметь возможность представить их представителям госсектора. Структура ЕАЭС еще формируется, имеет свои особенности и требования по различным стандартам. Законодательство, которое необходимо представить всем странам, надо, конечно, это тоже учитывать и довести до бизнес-кругов. Возможность налаживания прямых бизнес-контактов для представителей бизнес-кругов позволит понять и преодолеть возникающие сложности. Ожидается, что в течение 2-3 лет как экспорт, так и вложения из стран ЕС в Армении будут иметь серьезный рост, а для обеспечения этого прогресса необходимы упорство, уверенность и вера. Я кратко поговорю о том, что Армения сегодня активно пользуется преимуществом ЕАЭС, растет взаимная торговля, увеличивается число взаимных инвестиционных проектов.
Армения, обладая большой экономикой, обладает значительно высоко развитым человеческим и научно-техническим потенциалом. Вполне может очень успешно осваивать огромный евразийский рынок, в том числе с учетом наших связей с Китаем, с Индией, где формируется зона свободной торговли и фактически создается современное ядро глобального экономического развития, где Армения является одним из ключевых участников. Хотел бы еще остановиться на том, что уже Юлия Юрьевна отметила, это зона свободной торговли, что было инициировано президентом нашей страны в прошлом году, в декабре 2016 года, и буквально после встречи с президентом Ирана на следующий день сэр Саркисян об этом заявил на заседании глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге. И, к нашему счастью, все одобрили эту идею. Сейчас идет процесс, окончательный процесс, насколько нам известно. Уже согласуется текст, и эта зона будет служить, очевидно, не только двум странам, но и в первую очередь это будет зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. 80-миллионный рынок, потребительский рынок, может дополнить 180-миллионный рынок Евразийского экономического союза, и Армения, конечно, может воспользоваться вот этой ситуацией. Я завершу свое выступление тем, что буквально несколько минут назад, до того, как я приехал на этот форум, имел возможность беседовать со своими коллегами из Молдовы, доктора экономических наук, профессора и депутаты парламента Молдовы. Это по поводу подписания соглашения Армении с Евросоюзом. Их совет нам по-братски, по-дружески, быть очень внимательными и читать между строк тоже, учитывая опыт Молдовы. И самое последнее, что я верю в то, что у нас есть общие проблемы, общие завоевания тоже, но стоит бороться против угрозы экономической безопасности совместно.